Привет! В этом видео мы с вами поговорим про арбитраж трафика без вложений. Что такое арбитраж трафика? Это когда вы условно там просмотры превращаете в деньги, да, такое возможно. Для новичков я максимально рекомендую не вкладывать деньги в рекламу, когда вы, допустим, берете партнерскую ссылку, работаете с какой-то партнеркой, берете ее, да, и начинаете сразу вкачивать деньги в рекламу, допустим, покупать там у Яндекса, да, в Яндексе рекламу закупать, либо каких-то блогеров рекламу закупать, да, и тем самым арбитражить. Новичкам это делать противопоказано, потому что я на начальных этапах, когда занимался только в 2012-м занимался, только начинал заниматься арбитражом, только начинал, запускал свой первый интернет-магазин. Мне исключительно повезло, я закупил такие часы, я не знаю, знаете ли вы, нет, металлические такие, они максимально дешевые китайские часы, стоили 50 рублей, и мы их продавали там по 1000 рублей. Вот, ну почему они стоили 50 рублей, потому что мы их оптом закупали, вот, поэтому такая цена. Мы их продавали через ВКонтакте, через рекламу по 990 рублей. Это хорошо окупалось. Но мне просто повезло. Обычно новички весь свой бюджет, они просто его сливают. Поэтому максимально рекомендую арбитражить, заниматься арбитражом без вложений. И сейчас покажу личный, так скажем, пример. Еле выговорил, блин. Вот, смотрите, есть такой замечательный канал Crazy Hook, где я был соавтором. Вот с другом он был как бы ведущим. Идейным вдохновителем я был соавтором. И тут, казалось бы, да, ничего тут хорошего-то, в смысле, просто просмотры, ну просмотры и просмотры. И обычный бы новичок сказал, да вы уже там с монетизацией зарабатывали очень много. Тут смотрите, какие просмотры, 2 миллиона, 1 миллион, 500 000 просмотров. Тут уже с монетизацией можно было бы зарабатывать деньги. Но по факту нет. По факту тут продавались свои продукты, товары и услуги. Если у вас нету своего там ничего, у вас нету интернет-магазина, запросто можно использовать партнерские программы, да. И я настоятельно рекомендую это делать. Вот, и тут продавались кальяны, тут продавались различные другие товары и услуги. Если поковыряетесь в этом канале, вы это поймете и узнаете, что тут конкретно продавалось, да. То есть просто создавались видео, можно было даже не использовать ведущего, можно было использовать просто закадровый голос и красивые картинки, либо какой-нибудь видеоряд. И тоже бы хорошо работало, да. Но мы использовали ведущего, потому что хотели быть популярными. И в узкой тематике это очень хорошо сработало, очень хорошо получилось. То есть там звали на кальянные всякие конференции, точнее не конференции, я не знаю, как они там, сходки по кальянной индустрии и так далее. Да? То есть по факту затрат было вообще минимум, можно было использовать только телефон и там петличку, да, какую-нибудь дешевую за 20 рублей, там, за 100 рублей, да, и все, уже создавать такой полноценный классный контент. Да, то есть мы вот эти вот просмотры монетизировали с помощью своей продукции. Ну, можно было также их монетизировать с помощью партнерских программ. Это я к чему? Для того, чтобы вы вообще не тратили деньги, лишь использовали бесплатные источники просмотров, бесплатные источники трафика. Это может быть это YouTube, это может быть там, не знаю, TikTok, это может быть Яндекс.Зен, это может быть Одноклассники и так далее, и так далее. Везде, где можно загружать видеоконтент, нужно именно этим и пользоваться. Еще один пример, уже, так сказать, свежий. Вот есть, мы сегодня вот буквально создали это видео, и казалось бы... Крутое видео на свой телефон. Берем телефон и любой предмет, ставим его, допустим, сюда. Корпусом перемещайтесь назад, тем временем зумом увеличивайте кадр. А теперь посмотрим результат. И вы сейчас подумаете, что это просто бессмысленный ролик, да? Ну, классно, сняли там 20-секундный ролик. Но на самом деле это продающее видео. То есть там уже идет цепочка продаж и так далее. То есть она уже более сложная, конечно, но в целом это вот видео создано не в развлекательных целях, это видео создано для зарабатывания денег. Ну, потом я более подробно раскрою этот кейс. Но в целом, понимаете, как это работает? То есть ни единое свое видео я не создаю для того, чтобы просто развлечь публику, да, ну, только личный блог там веду какой-нибудь,
в инсте, да, а так в целом я создаю только исключительно продающие ролики, потому что прежде чем создать ролик, я думаю, как он для меня заработает денег. Это очень и очень важно, да, и вот по этому вопросу у меня, конечно же, есть обучение. Деньги из воздуха — это автоматизированный заработок на создании видео, то есть продажи вообще равно заработок, вы все это знаете. Без продаж невозможно заработать денег, то есть так или иначе, если вы думаете, что продавать это плохо, продавать это я не хочу продавать, вообще это спекулянты какие-то и так далее, вы просто заблуждаетесь на самом деле. Вы работаете на предприятии, которое так или иначе продает свои услуги, да, если вы там, я не знаю, работаете мастером каким-нибудь, да, то так или иначе вы продаете, точнее предприятие продает ваши услуги, она зарабатывает на продаже. Вот, почему бы самому не начать научиться продавать и уже зарабатывать гораздо-гораздо больше, намного больше, чем в найме, да? Ну, ответ очевиден, нужно научиться продавать самому. Но если вы стесняетесь продавать, то можно делать так, чтобы видео продавало за вас. И это возможно, вот я вам даже показывал пример, просто создали видео и оно зарабатывало деньги, понимаете? Это возможно, да, но в нашем случае у нас, допустим, был интернет-магазин, в вашем случае, может быть, можно использовать партнерские программы. Собственно, в обучении я и показываю на примере партнерских программ. Это видео, это самый эффективный инструмент для заработка денег в интернете, да, если тебе нечего продавать, можно использовать партнерские программы. В обучении покажу все наглядно и подробно, и самое главное, покажу самые прибыльные партнерские программы, где можно с одной продажи зарабатывать $300. Только вдумайтесь, $300 с одной продажи, это же здорово, причем продавать будет за вас видео, не вы будете ходить и стучаться по квартирам, там, я не знаю, на улице стоять, купите, купите, нет, вы создадите видео, и оно само будет продавать, вот, поэтому вот такое вот обучение, пример, ну, вот ссылочку можете почитать, что тут будет подробно, можно, можете посмотреть, какие будут видеоуроки, в общем, обучение крутое, обучение, сразу скажу, очень крутое, то есть до повышения цен, цены каждый день растут, да, до повышения цен осталось совсем немного, да, поэтому есть три тарифа, выбирайте для себя подходящий, конечно, вот с куратором самый объективный, точнее, ну, самый популярный и VIP-персональный тоже очень-очень расходится, очень много людей покупают этот тариф, и людям очень нравится. Поэтому ссылочка на обучение находится в описании под этим видео. То есть мы будем с вами создавать продающие видео. Я вас научу это делать, и уже видео будут зарабатывать деньги для вас. Да, ну то есть вот в таком формате мы и работаем. То есть, как вы понимаете, научились мы зарабатывать с интернета очень-очень давно, с помощью видео именно, да, видите, ролики были 7 лет назад сняты, 7 лет назад, и казалось бы, это развлекательное видео, вам кажется, да, тут друг мой кривляется, что-то там изображает, но на самом деле, если углубиться вообще в суть этого ролика, мы увидим, что в конце, то есть, есть какая-то цепочка продаж, и в конце что-то, да, продаем, потому что, опять же, продажи равно заработок, да. Вот, вот и все, вот и весь, все секретики заработка денег в интернете, да, то есть везде нужно что-то продавать, по-другому зарабатывать, к сожалению, невозможно, не в офлайн, да, не в онлайне, то есть также, я повторюсь, на работе вы тоже что-то продаете и покупаете, вы даже тот же магнит ходите, продукты купить, вы, вам тоже их продают, да, казалось бы, яйца стоят 100 рублей, но их не продают по себестоимости, нет, себестоимость есть там условно рублей 40, туда входят транспортные расходы, туда входит зарплата сотрудникам и, естественно, прибыль самого предприятия, X5 Retail Group, да, кто не знает, это вот корпорация, создавшая Магнит, они зарабатывают просто колоссальные деньги, поэтому все, что есть, все деньги, которые зарабатываются в мире, опять же, с помощью продаж, даже ту же нефть и газ тоже Россия продает, она не отдает ее, она продает и на этом зарабатывает деньги, поэтому... Продажи – это супер, продажи – это круто, с помощью продаж, собственно, мы, ну, можем нормально существовать, и на этом это фундамент вообще всего происходящего в мире, и всей жизни нашей, да, всех денег, как минимум, да, а деньги – это неотъемлемая часть нашей жизни, да, поэтому это важно. И еще у меня многие спрашивают, я сейчас, кстати, нахожусь на Бали, да, и многие спрашивают, как тут, сколько нужно денег на Бали, чтобы жить одному? Ну, на самом деле, можно жить там, условно, даже если сюда приехать, и можно жить на $500, но если жить нормально, вот, допустим, как мы живем, снимаем хорошую гостиницу, там, вот, бассейн и так далее,
То есть ходим по кафешкам, по ресторанам, питаемся хорошо, то на одного меня уходит примерно $1500. Это просто жизнь, это вот в месяц, да, просто вот ничего лишнего я себе не позволяю. Если хочешь серфинг там покататься, это уже там, я не знаю, еще там баксов 300. Если хочешь там, я не знаю, на яхте покататься, ну там еще плюсуешь и так далее. Можно до бесконечности здесь тратить. Можно также купить инвестиционную недвижимость, и это уже другие деньги. Вот, поэтому в целом я трачу примерно $1500. Плюс у меня еще семья осталась в России, я их скоро тоже сюда перевезу. Они ко мне скоро приедут. Вот, им отправляю деньги и так далее, и так далее. То есть, ну вот в целом так и живем. Сегодня был на этом самом... На океане, видите, сгорел красное лицо, все. Вот. На этом у меня все. Да, подписывайтесь на канал, если интересно мои видео. На этом у меня все. Пока-пока.